Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области сообщает о начале сезонной активности клещей, переносчиков опасных заболеваний. Для защиты жизни и здоровья важно соблюдать ряд правил. При посещении леса носите закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами и воротником. Применяйте репелленты. В случае, если вы обнаружили на себе клеща, необходимо как можно быстрее осторожно снять его, поместить в герметичную емкость и срочно доставить в медицинскую организацию.